Налоговики по традиции возлагают цветы к мемориалу выпускникам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Но самое важное событие дня еще впереди. На месте строительства нового здания УФНС России по Рязанской области закладывают первый камень, как символ стратегического развития. Термин «стратегический» звучит и в приветственном слове в РИО губернатора Рязанской области Павла Малкова. Достижение стратегических задач возможно лишь при объединении усилий органов власти и налоговой службы, говорит он. И уточняет, речь идет в первую очередь о повышении качества жизни людей. Этот момент останется в памяти и на фото, и на видео, для того, чтобы обозначить старт строительства. Новые здания на средства из федерального бюджета построят рядом с ТЦ «Премьер» на Московском шоссе. Семиэтажка займет 135 соток. Здесь будут и служебные кабинеты, и современные помещения для приема посетителей, конференц-залы, архив и многое другое. В новом здании будут обслуживать всех налогоплательщиков региона. До сегодняшнего дня, кстати, о своем здании управлению ФНС оставалось только мечтать. 30 лет служба размещалась на арендованной площадке. Но за это время задачи управления стали шире, и прежнее здание современным требованиям уже не отвечала. В новом же будет уделено внимание повышенному качеству обслуживания и организации личного приема в территориальных налоговых органах. Это позволит создать комфортные условия как для работы налоговиков, так и для налогоплательщиков. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».